Ну что, продолжаем наше прохождение и наше выживание в этом прекрасном мире. Так, в прошлой серии мы как раз здесь и остановились. Давайте во. Уберем растяжку и идем смотреть. Так, давайте посмотрим, сможем ли мы с вами боеприпасы на пехоль только сможем. Не, мне на дробовик бы. Вот это было бы неплохо. Так, что тут находится? Вроде ничего, да? А тебя нужно разбивать? Не знаю. Так, я так как я понял, что мы все с вами вот эти вот игрушки не разобьем. Ну и в принципе все равно, правильно? Так, нам сюда нужно. Или... А нет, нам нужно обойти или сюда. Так, сейчас попробуем, конечно, дернуть дверку. Но, по-моему, да, нам нужно будет и обойти сейчас. Заперто. Но как обычно. Не может быть по-нормальному. Так, а нам куда? И нам сюда? Нет, это на выход. Нам нужно зайти сюда, в церквушку. Походу, через крышу, да? Или через окошко. Бам. Блин, мне прикалывает, как он ногой бьет. Так, ага, хорошо. Бам. Бадабум. Все, шикарно. О! Здорово! Здорово, Гарри, как оно? Да. Когда, как говорится, когда Гарри Поттер не получил письмо от Дамблдора. О, правильно, все. Левиоса, ребят. Неплохо. Примерно таким бы вырос бы Кто-то выпендрился перед соседями. Гарри Поттер бы. Так, куриное яйцо. Это хорошо. Это плюс еще одна аптечка. Так, если заценил шуточку про Гарри Поттера, ставь лайкосик. Не жлобись. Тебе, в принципе, не сложно. А я ними питаюсь. Да. Что за фотки? Без понятия. А еще не забудь подписаться на канал. Я знаю, что много людей смотрят и не подписываются. А это фу-фу-фу. Так, здорово. Кто ты? Кто ты, кто ты? Так, наконец-то. Плоть от нашей плоти. Кровь от нашей крови. Вознесем благодарение и возрадуемся. Афуф. Понял, понял. Нам наверх. Но нам не страшно. У нас с вами есть... Ага, у нас с вами 6 патрошков еще есть. Хорошо. Так, сохранялка. Наверное, не зря здесь сохранялка, да? Давайте сохранимся. Сохранить, сохранить. На всякий пожарный случай. Идемте смотреть, что нас ждет. Так, люди преклонялись перед своим господином и приносили в дар самое ценное, что у них было. Старый фермер принес свой лучший урожай. Окей, красавчик. Нам же ничего больше с тобой не нужно делать, не. Больше ничего. Так, ключик. Использовать. А мы не можем использовать, потому что нам нужно... Стрекоза, да? Понял, понял. И где мне ее найти? Так, рубины это, конечно, хорошо, это вкусно, но где мне найти стрекозу? Погоди, может у Гарика? Что нашего Гарри Поттера? А ну. Я буквально на одну секундочку. Ты не против? Так, ну явно тут нету, правильно же? Заныкал, да? Скажи честно, запрятал, да, стрекозу? Падла, но я туда не полезу. Ну все, тогда уходим, что я могу сказать. Здесь нигде нету. Я все облазил. Так, ручная граната, это мне нравится, это хорошо.
плюс 1000 монеток. Так, ага. Так, окей, значит, здесь должны быть подсказки. Давайте смотреть. Где тут подсказки? Что нам нужно? Там какие-то коровки. Коровки. Коровочки. Так. Блин, по-любому где-то здесь же, правильно, что находится или нет? Так, первый олень. Голова оленя там есть, оно мне интересно. Давай смотреть. Есть ли тут голова оленя? Нет, тут какие-то коровки. Птички. Окей. Совет. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Так. Которую ты получаешь награду за... Можно, хорошо. Карту сокровищ. Но это не то, да? Это не то. Так, разговоры. Нашел. Алло. Так, крысы. Хорошо. Но это два варианта. Либо я сейчас буду долго и нудно лазить, смотреть, где тут лежат подсказки. Либо просто посмотрю. И открою. Так, для вас это будет, как говорится, буквально одна секундочка, а для меня пару минут, чтобы найти пароль от этой всей штуки. Честно, не хочу искать, так что не прощаюсь. Так, ребят, если я правильно все понял, то у нас идет сначала урожай, потом это хряк или кто это идет, и ребенок. Да, все правильно. Отлично. Это, конечно, я мог бы понять бы, прочитав. Ну, ладно. Погоди. Гарри, ты? Ну, все. Все, отдыхай, зайчик, молодец. Не понравилось ему. Ладно. Так, давай-ка вот сюда использовать. Ага, и тут еще тут тоже загадка, да? Нам нужно было составить из шариков этих форму стрекозы. Стрекозы. Угу. Так, не туда. Так. И... Не. Тихо. Ну, все ж получалось вроде. Вроде все ж получалось так, аля. Игра. Во. И теперь нужно ее повернуть. Во. И... Шикарно. Не поверите, шикарно, да. Теперь можно ее открыть, спасибо. Ну, если здесь не лежит миллион долларов и... ключи от вертолета, и я тогда не знаю. 10 октября. Очень странная погода за последнее время. Пшеница увяла, коровы отощали. Серьезно, меня здесь ждет записка. Ладно, видно, что люди голодают, но хотя у нас нет инструментов для работы в поле. Хорошо. Три человека умерли от голода. Придет закопать 5 коров. Два чужака заблудились и пришли в нашу деревню. Мы отвели их к алтарю для совершения ритуала. Сегодня жребий тянуть не будем. Ау-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 
Вот оно чё. Здорово. Это нас тело вырубило. И да, кстати, я чуть не забыл. Он же нам какую-то штуку вколол в шею. Помните? Ключ с символом. Бонжур. Шо? Опять? Сейчас нас вырубит, да? Твоя кровь приняла дар. Спайдермен. Спайдермен. Пистолет забери. Красавчик. Дар. В моей крови. Бум, глава завершена. Так, вы хотите сохранить игровой процесс? Да, хочу. Давайте тут сохраним. Все. Идемте дальше. Ну, мы получили зато какой-то ключик с вами. Гнездо Кондору-1. Я нашла информацию о Луисе Серре. Похоже, он был научным работником в Амбрелле. В Амбрелле? Зря я выпустил его из мешка. Отправляю подробности. Посчитай. Но главная цель — Орленок. Понял. Выдвигаюсь к церкви. Кондор-1, конец связи. Так, почитай. Посмотри документы. Хорошо, давайте посмотрим документы. Давай. Так, а ты оно? А нельзя всего было это озвучить? Спасибо, конечно, за то, что вы старались и писали. И печатали буковки. Но нельзя было ли это все озвучить? Не то, чтобы я против посидеть, почитать, это, конечно, все, но... Но нет. О, здорово. И ты тоже, а? Блин, бедненькая зайка, иди сюда. Все, 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 у котика болит. У зайчика болит. Будь поосторожнее. Да. А у волка не болит. Он не на волка был похож. Так, ну что, ребят, двигаемся дальше. Я так понимаю, нам нужен вот сюда вот ключик вставить. Бэйби. Пошли. Так, теперь нам нужно добраться до... До реми фасоля и до... Так, до чего-то нам нужно добраться. До вот этих вот мест, правильно понимаю? Так, что это у нас тут? Ладно, идемте. Надеюсь, это переход между локациями, или что это? Так, ага, коробочка. Потрошки для пистолета. Это хорошо. В принципе, спасибо и на этом, но мне нужны потрошки для... Для этого, для дробовика. Так, это получается переход на локацию, да. И что это нам дало? А я без понятия. Нам нужно куда-то вот сюда, да, наверное, будет сейчас с вами пройти. Наверное. А может и нет, а может и да. Так, что это такое? Это церковь. Нам нужна церковь. Хорошо, ну либо сюда и нужно будет идти. Блин, сколько здесь же мест, какая большая карта. Ладно, давайте пойдем, просто пойдем. А там разберемся. Открывай.
Открывай ворота. Так, теперь давайте смотреть, что тут у нас с вами есть. Здесь закрыто, здесь закрыто. Здесь по-любому ходят, да, вот эти вот бабайки все. Чую, чую, что тут ходят. Так, давай смотреть, где мы. Ну, наверное, вот сюда, да, нам нужно будет куда-то пройти. Вот в эту дверку. Это сейчас прямо и направо. Прямо и направо. Ага. Ага. Ага, здорово. Падла, стой, стой, где ты? Да блин. Кончились потрошки, какое неудобное тут управление, я не стану. Я не стану переставать квериться и не устану об этом говорить. Блин, меня не испугали, если честно. Неожиданно, неожиданно квериться и неприятно. Угу. Ага, и этих туда. Падлы ходят, ладно. Здорово. Так, а где пикает? Ага, понял. Понял, где пикает. Отлично, отлично, отлично. Это что такое? Так, угу, понял, вовремя. Вовремя закрылись. Так, лечебный спрей. Блин, у нас только уже спрея с вами лечебного, и это хорошо. Это не может не радовать. Это правда не может не радовать. Но я хочу отсюда уже выбраться. Если честно, как бы я тут уже... Патроны для дробовика. Отлично, 3 штучки есть. Пока мест тратить их не будем. Пока тратить их не будем. Так, нам походу... Походу... А нам походу куда? А тут все завалило, правильно? То есть нам нужно опять возвращаться вот сюда? На фабрику? Ну не может такого быть. Кажется, не может этого быть. Блин, ну нам в эту дверь, да, надо было, по-моему, попасть или нет? Кто это? Кто это делает? Алло. Кто это делает? У кого запор? Блин, ну это нет, это не смешно. Реально нам надо возвращаться назад, прям назад. Паркур. Так, не говорите, что нам нужно возвращаться назад. Еще? Ну. Красавчик. Все, использовали, отлично. Надеюсь, приключений здесь больше не будет никаких. Ой, por favor, señora, scusi. Donde está la biblioteca? Scusi, señora. О, блин, испугала меня. Падла. Так, ага, я там что-то видел, что-то там блеснуло.
Так, нам куда? Нам сюда? Нет, нам не сюда. А где ты? Где ты, падла? О, здорово. Спишь? Спишь на службе. Понял. Ну ты супер охранник, я тебе говорю. Ты меняй профессию, как говорится, охрана это твое. Ладно. Заходим. Использовать. Наконец-то. Так, а можно мне катсцену, чтобы я выпил кофе? Я отдохнул немножко от этой прекрасной игры. Поехали. Угу, спасибо. Спасибо. Ах ты падла! Ах ты падла! Гадюка. У нас с вами теперь есть гадюка. И что-то нам дает. Средних размеров змея с уникальным узором. Ее можно съесть. А давайте съедим. Ля, сколько мы здоровья с вами восстановили. Прикольно. Гадюка. Так, патроны для пистолета. Это хорошо. Хорошо. Так, опять этот чел. А что это за... Что это за туман? А ты такой холодный. Как айсберг в океане. Так, крепко спи и набирайся сил, наше милое дитя. Ты расти. А мамы... Что? Нсвые. Штанишки. А мамы нсвые штанишки шьют тебе. Нсвые штанишки. Блин, хочу себе нсвые штанишки. Когда у меня будет свой мерч, а мне по-любому будет свой мерч, рано или поздно, назову нсвые штанишки. Так, ладно, хорошо. Спасибо, пожалуйста. А это не сильно ли огромный череп как для человека? Надеюсь, мы не будем в конце сражаться с таким вот огромным человеком. Патроны для дробовика. Во, серьезно, отлично. 5 штучек. Так. Где у меня пятерочка? Вот, давай, перезарядись. Я думаю, может дробовик оставить потрошки на, для вот этого монстра. Что-то мне кажется, что мне придется с ним сражаться. Жесть. Так, 30 потрошков у нас с вами на пехаль. Тебе понравятся мои товары. О, здорово. О, хорошо, отлично. Так, это что такое? Надоело, что у тебя вечно заканчиваются патроны. У меня есть для тебя кое-что. Арбалет — отличная штука, дружище. Его стрелы можно подбирать и использовать снова. Ты будешь стрелять вечно, не забывать. Ага. Давайте купим арбалет. Давайте, все. Я готов, если мы будем стрелять вечно. Так. Дон де столя. Библиотека. Ты ж не обидишься, не? Так. Привет. Здорово. Я обновил ассортимент, друг. Хорошо, товары со скидкой. Давай смотреть. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Понял, а дай мне арбалет. А дай мне арбалет, пожалуйста. Ну, пожалуйста. А, это и есть арбалет. Сколько? 8000 стоит. Купим. Купим. Чтобы пострелять из этого, нужны не только деньги, но и смелость. Да ты шо. Так, продать. Продаем с вами вот эту вот штуку. Одну. 2500. Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Славная сделка. Согласен. Спасибо. Так.
Куска плоти у нас с вами нету, да? Угу. И артефактов тоже. Коричневое куриное яйцо. Не, нам это все надо. Нам я продаю много это отличных все надо. Товаров. Мне нужны потрошки, лечебный спрей. Иди все, наш... что есть перед тобой. Помолчи. Помолчи, помолчи. А где потрошки, слышь? Схема граната. Это не то, это не то. Итак, ты только там не убейся. Ага. Ага. Так, а ну иди-ка ты сюда. Изменить кейс. Так, это что такое? Надеть слева патроны для пистолета. Не, мне нужно не то, мне нужно не то, мне нужно... Мне нужно понять, как, где тут эта штука была. Помните, мы с вами переносили, получается, на быстрый слот... На быстрый слот мы переносили. Так. Где мы это делали? Кто помнит? Так, сокровища, это понятно. Это, ага. Ну, так. Не, не то. Так, быстрый доступ. Вот оно что, вот оно что, вот оно что. Давайте вот, вот сюда. Бум. Хорошо. Все, теперь смотрим. Угу. А где болты брать? Где брать болты, или мы типа сможем с вами крафтить болты? Не знаю, буду ли я их крафтить. Патроны винтовка, патроны... Патроны дробовик, патроны пистолет. Патроны дробовик делаем по-любому. Так, ПП-40. Прикольная штука, но не... А болтов у тебя, походу, нету, да? Правильно я понимаю? Посмотри, наверняка... Привет. Привет. Что могу предложить? Так, купить. Купить, купить, купить. Купить болты, прицел. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет... Так, оптический прицел с двумя... Увеличение на винтовке, на которых... Так, нет, мне прицелы не нужны, я, в принципе, так неплохо справляюсь. Можно было бы, конечно, коряк себе купить, но ладно. Сколько он стоит? 12 тысяч. Нам, конечно, хватает, но у нас места нету, да. Так, улучшить, улучшить, улучшить. Что мы можем с вами улучшить? У тебя сила. Есть купон? Славно. Выбери оружие. Знаешь, что я предлагаю сделать? Предлагаю сделать, знаете что? Я продаю. До встречи. Да, я предлагаю, короче, вот взять вот этот вот заказ, купить пехоль и потом его прокачать. Так, продать трех гадюк. Мой друг серьезно заболел. Я хочу. Угу. А где мне гадюк найти? Где мне найти гадюк? Гадюка, 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 гадюка. Блин, но арбалет это несерьезно. Я предлагаю, короче, продать его. Сейчас давайте пойдем посмотрим, как оно будет работать вообще. Как оно будет вообще работать и продать его. Я купил так вот, чисто посмотреть, знаете. Что оно из себя представляет. Церковь. Добрался. Угу, здорово. Так, давай пробуем. Так, хорошо. Все. Стрелы, окей, окей, Х2. У нас три штуки так и осталось, правильно я понимаю? Ну, не знаю, ну такое, ну такое.
Ну, в принципе, когда вообще уже не будет патронов, типа по стелсу проходить как вариант. А что у меня с ножом? Нормально еще? Да, вроде нормально. Так, меня здесь нет. Я максимально тихо это делаю и все. Из-за кашля, я думаю, меня не услышали. Все, хорошо, молодец. Нравятся мне такие вот слоупоки. Нравятся мне такие слоупоки. А, ты уже и подготовился, да? Как знал, скажи. Скажи, как знал, ребят. Так, патрушка для пистолета, отлично. Идемте. Не помню, сохранялся я или не сохранялся, но... Так, я где-то что-то кого-то слышу. Но я так понимаю, что... Что этими болтами не стоит разбрасываться куда-то по другим мишеням, правильно? А чисто во врагов стрелять. Так, не, болты, конечно, хорошо. Сейчас, секунду. Дай посмотреть, что у меня вообще в инвентаре есть. Так, создать материалы. Патроны винтовки, патроны ППшки. Ага. Лучше бы, наверное, я винтовку, да, взял бы, наверное, по себе. Нет, мне это не надо. По поводу... крафта травы, давай смотреть, вот такая вот штука у нас есть. Давай чпуник, все шикарно, берем в руки с вами, берем с вами, я сказал, берем с вами дробовик и заходим. Потому что нас ждет что-то, чувствую, тут сейчас босс. Угу. Нужен ключик, да? Гнездо, это Кондор-1. Церковь заперта. А Орленок? Орленка пока не нашел. Но они тут все полностью перекрыли. Ясно. Думаю, причина может быть только одна. Да, она здесь, я уверен. Я проберусь туда. Кондор-1, конец связи. Не, по-любому мы туда проберемся. Наверное, мы туда проберемся с вами в следующей, ребятки, серии. На этом, я думаю, в принципе, достаточно. Я не знаю, оставлять арбалет, не оставлять. Но как вариант, что у нас вообще не будет патронов, и мы сможем, типа, чисто так. Но тогда его нужно будет улучшать. Прокачивать по максимуму. Давайте, наверное, сходим, прокачаемся по максимуму на все наши деньги, что у нас с вами есть. По поводу гадюк, я не знаю, где мне брать гадюк. То, что мы сможем сейчас прокачать наш арбалет, ну пусть будет. Я же говорю, как вариант, пусть будет. Будем мы надо использовать его. О, здесь как раз пушки и игрушки. Сохранимся. Так, продать. Что я тебе могу продать? Давайте смотреть. Что я тебе могу продать? Нам все равно, рубины или рванина. Разница лишь в цене, которую мы назначаем. Так, материалы. Вот эти мы продаем, мы все равно не будем делать. Неплохо. Так, улучшение. Давайте смотреть по поводу арбалета. Увеличить силу урона. Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Да, согласен. И, наверное, пехоль тоже. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Вот шикарно, шикарно, шикарно. Так, купон улучшенный платиновый. Ого, хороший выбор. Полностью улучшенный нож. Ля, вот это мы с вами вообще крутые. Да ты шо? Так, все, вроде прокачались. Если хочешь остаться в живых, вроде улучшай свое снаряжение. Да я улучшаю и так, как бы и так улучшаю. Так, яичко сюда, гранатку сюда, патрошки сюда. О, вот Тетрис начался. Обожаю Тетрис.
Спрей сюда. Ножик, 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 ножик. Все. В принципе, потратили что, с вами все подряд. А где мне найти гадючек? Скажите, пожалуйста, где мне гадючек найти? Я продал бы ему 3 гадючки. Тут нету, к сожалению, этому, как его, случайно гадюки. Так, гадюка, алло. А где ты есть? Не, походу гадюк тут нету. Ну и ладно. В любом случае мы где-то, может, найдем с вами брюлик. Нам нужно 5 штучек, чтобы купить новый пехаль. Хочу новый пехаль себе. За 5 алмазов. Так что, да, пора идти дальше. Так, не обстань. Все. Тут мы сохраняемся. Делаем вот так. Шикарно. Все, ребят. Услышимся в следующей серии. Так что все. Всем пока-пока.